сосед. Лучи солнца падают прям. Едем, исследуем байдарочки здесь. Такой классный вид. Поехали прогуляться. Вон по той дорожке, ее плохо видно. Решили проверить, куда она ведет. В общем, потихонечку покатаемся сегодня еще немножко. Поднялись на пригорок, вон там наш лагерь стоит вдалеке. И вот мы едем вот по такой целине. Да, так я не вижу следов даже. Все, тормози, сейчас мы выйдем. Вот, вон сюда, вот тут. Подъезжал. Сейчас выйдем, посмотрим, что здесь, какие виды. Там вот дома, строения какие-то. Видно. Полуостров Краби. А вон, кстати, коса Назимова. Отсюда очень хорошо видна. Вот это конец косы. Там Пассиет. Вон. Лучи солнца падают прямо на косу Назимова. Вон там можно разглядеть домики. Очень такая узенькая полосочка. Уникальное место в Приморском крае. У меня есть видео про нее на канале. Можете полистать, найти и про это место. А вот вид на бухту, в которой мы остановились. Вот так вот мы и преодолеваем бездорожье. Тут тупо нету дороги, мы по траве проехали. Едем, исследуем полуостров Крабби. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Так, приехали. Месту палатки, тут чей-то лагерь. А мы его видели, кстати, с леса. Байдарочники здесь отдыхают. На делике, кстати, доехали сюда. Ну, красиво, очень красиво. Друзья, смотрите, как тут спокойно, тихо, уютно. И красивый ландшафт. Тут вообще спокойствие. Тут смотри, она мелкая какая. Видишь, глубоко, да? Вода прозрачная, чистая. Журчит. Очень красиво здесь. Приятно. Душевно как-то. Там коса Назимова, хорошо видно. Мы в новое место подъехали. Мажор, поехали!
супер спокойная бухта с прозрачной водой. Здесь вон гребешки. Прямо на полу вот можно посмотреть. Пидор, походу они и ныряли здесь. Очень тихо, спокойно. Ветра нету. Закрытая бухта полностью со всех сторон. Плюс там море закрыто. Здесь закрыто. И там мы поснимали, тоже закрыто. Прикольно. Еще и рыба плещется. И стали. Красивое место. Красивый закат. Такой классный вид. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, мне приятно. Блог Владивосток. Спасибо за внимание и увидимся в новых видео.